Hello guys, с вами Шевики и... Фух, мы продолжаем проходить игруху под названием Far Cry 3. У нас осталось последнее, это обезьянье дело, и полетели. Машина моя живет. А я почти уже, короче, до него добрался. Вот это место. Здорово. Привет, я Джейсон. Искал меня? Круто, я Хорк. Это сокращенно от Геракла, что ли? Да не, мои предки были пацифисты. О, черт. О, нет, 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 нет! Пропал Коко, чувак, зачем ты меня отвлек? А кто? Коко! Макака! Такого примерно роста. Носит жилет с полкило С4. Положил С4 на макаку? Во флоте были дельфины, а у русских собаки на ВМВ. Правда, они облажались. Первая партия забегала под свои же танки. Прикол, да? Пробовал макака. Окей. Я надеялся, что Коко сделает за меня грязную работу. Ну, теперь та осечка вышла. Придется обезвредить. Взрывчатку? Нет. Обезвредить Коко. Если он рванет рядом с другими макаками, распугает же малышей. Поберегись! Вая кондиас, маленький друг. Нет. Стоп! Вот же он! А, он, походу, снял с себя жилет. Круто. А. Короче, работа для тебя есть. Пираты прибрали к рукам алмазы из Бовосека, но нашим друзьям ракет... Они нужны больше, так? Конечно, ракет купят на них припасы. Я посылал за алмазами снежинку и бабл за второго, но они пропали. Ну, конечно. Так что мне нужен ты. Проберешься в старый храм и стырешь алмазы. Да, легко. А, это вот это значит миссия грязные алмазы, окей. Доберитесь до храма. Побежали. Что нам остается еще тогда делать? Так, Коко. Так. Место, я как понял, уже захвачено, да? Ой. Тихо. Тихо. О! Слизь! Это кто? Это вот эти макаки? Да не, я лучше это их, слушайте. Таким образом поубиваю. За херь? Так они знали, где я или нет? Но они меня еще походу не посекли. Я вообще не думаю, что стоит поднимать шумиху. Тихо. Так я ж тебя убил.
тихо. Тут еще где-то собака бегает. Вот она. Тихо. Так. А где они? Что сделали? Что мне нужно здесь? Подорвать? А, понял. Оп. Это не оно? Кажется, нет. А, как наверх забраться? О, черт. Ладно, поищу здесь. Ладно, плевать на змею. Оп. Тихо-тихо, сейчас все будет. А, мы же еще ни разу так не убивали. Ну ладно. Походу это не такое нужное. Все, уходим. Оп. Так как бы так безопасно спуститься? Тихо, нормально, нормально, нормально. Замечу, что я не задоджился. Ну, что я урон не получил. Так. Ой, их там еще целых трое. Тихо. Все. Посрать. Мне на вас, ребятки, посрать. Да, собаки бегут. Услышу их ближе, убью. Походу оторвался. Приятель, ты тут? Герк, я взял алмазы. А снежинку или бабл за второго? Ты их видел? Да, я в порядке, спасибо. На мне не царапинки. Не, я спросил, ты нашел моих макак? Походу, тут какие-то помехи, чувак. Если ты меня слышишь, оставь алмазы в тайнике и забери там свою награду. Помни, чувак, ты на системе доверия. Доверяю тебе свое барахло. Прикольно. Так, ящик облутал. Все, да? Новое задание. Доступно задание «Мартышкин труд». В смысле, это не одноразовая миссия? О, так это... Много миссий. Ладно, давайте, короче, я сейчас остановлюсь, сюда дойду, и мы продолжим. Добегаем мы, короче, с вами уже до следующего «Мартышкиного труда». Походу, он нас хочет пригласить покататься на катере. Джейсон, это Герк, помнишь меня? Тебя забудешь. Что там? У меня тут три чувака перешли на темную сторону от повстанцев. Люк знает? Что? Чувак, нет. Прибой на цифры переметнулись в лагерь Хойта. Повстанцы рук кирпичами. Они хотят, чтобы предателей заткнули, пока ты не начали петь. Где они? Они залегли на судоремонтной верфи, чувак. Высылаю подробности. О, и Деннис хочет фотки трупов. Окей, пофоткаем трупы. А, надеюсь, на катерке смогу добраться. Не на катерке. Ой, у меня кровь на рубашечке. Погнали. Да, что ты врезаешься? Все, приехали. Так, это да, место?
ним остались вопросы. Плевать мне, что они переметнулись. Ставьте охрану. Тихо, тихо. Все хорошо. Блин, а там акула плавает. Я хотел по воде, но там акула. Как бы... Тихо. Мне тогда придется с другой стороны обходить их. Ладно, сейчас этого тогда сделаем. Здесь есть обход? Есть. Закрытое помещение. Ага, этот смотрит за ним, хорошо. Ой, кто даже две эти акулы? Окей. Трое, да? Могу я ли просто спуститься, выключить сигналку? Да и все. Убью того, тот заметит. Мне бы этого грохнуть по-тихому. Еще их сфоткать, да, нужно? Тихо. Главное сигналку вырубить. Тихо. Он одного убил! Защищайте остальных! С кем вы разговариваете? Тихо, 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 все. Меняем позицию. Меняем позицию, меняем оружие. Оббегаю поверху. Беги. Иди. Тихо, он тоже бежит сюда. Он поплатится, если да. Тихо. Парниша. Фум. Все, готово. А, тут уже на дне плавает. Герк, высылаю фото. Круто, чувак. Воины будут ссать кипятком. Теперь меня точно примут. В каком смысле примут? Не сейчас, мне пора. Отправляюсь к ним. Давай, бывай. Окей, давай, бывай. Операция, фото. Так, седай немножко. Все или еще какие-то миссии? Давайте смотреть. Ага. Погнали.
Да, здесь получается вообще по несколько заданий этих обезьянных. Если что, мы сюжетные миссии уже все выполнили. 14 штук этих. Так, ладно. Боезапасы. Купить, да? Так, расходуем материалы. Броня. Купить. Хилка. Купить. Все, поехали. Герк. У нас снова есть личность. Герк. Капитан на барже. В результате наводящихся вопросов удалось узнать, что, несмотря на то, что он считает себя беженцем из США, он не знает слова гимна и не может назвать двух последних президентов. Резюме. Это человек, ребенок. Он ведет беззаботную жизнь, хочет жить на острове и ничем не отличается от местных жителей. Ах да, еще и эти мартышки. Мартышки. А катер? Ничего? Не? Нельзя? Окей, хорошо. Может, на этот раз... Блин, опять на воде. Может, он теперь меня покатает? Да что он меня еще не катал? А я хочу покататься. Герк. Эй, Герк. Прокати меня. А его опять нету. Йоу, это Герк. Помнишь? Перестань спрашивать. И почему шепотом? Я перевозил припасы повстанцам, но меня захватили наемники. Они увидели твои фотки и совсем не обрадовались, чувак. Я прячусь, но... Короче, спасай меня, друг. А где ты? На твоей барже, ну... На реке. Высылаю координаты. О, привет! Чё как? Не убивайте меня, ладно? Герк? Надеюсь, он сумеет выжить, пока я не подойду. Ну, тут тоже... Шансы 50 на 50. Куда нам идти хотя бы? 50 на 50. Нихера себе! 600. Могу быстро туда переместиться? Могу. Окей, погнали. Хорошо, что хотя бы что быстрое передвижение доступно. Герк, живи. Пацан, живи. Так, сразу. Снайперов нету? Нету. Надо сперва убрать. Убрать наемников, чтобы попасть туда. Хорошо. Зачистим. Все. Тихо. Последняя стычка прошла неплохо. Да ладно, мы лучшие. Я говорю, надо выебать того, кто график поставлял. Так, нужно стрелять так, чтобы двоих с одной пули. Тихо. Думаю, Герка держит на его барже. Все. Ладно, меня посекли, но я успел среагировать. Что ты, Герк? Чувак, отлично справился. Ты молоток. Только у нас тут заминка, ага. Ну валяй. Наемники хотели загнать эту хрень прямо в лагерь повстанцев и взорвать все нахрен. Троянский конь в стиле Майкла Бэя. Я их обломал. Ну как бы да, да. Но в чем прикол? К ним на борт должны зайти еще ребята, чтобы тоже спрятаться. Так что мы плывем прямо к злым таким парням с пушками, которые только и ждут, чтобы завалить нас. Ладно, я отстреливаюсь, ты рулишь. Круто! Мы команда. Только большая Сали капризничает под стрессом. Боится быть не на высоте, понимаешь? Походу, ее надо будет того. Починить. Ладно, я стреляю, а ты... Ты держи большую Саль на плаву. Чувак, это будет эпично! Братья с татушками снова в деле! Тату-братья? Да, тату-братья в Бля, Герк.
Поехали. Начну стрелять, как увижу. Далее. А я, сорян, я задом не могу стрелять. Как мне задом стрелять? Типа мне нужно слазить с пулемета выходить? О. Дальше. Ремонтного набора у меня нету, сорян. А, это пустая. Тихо, готовься. Шеймики, готовься стрелять. Нет. Так, мы через мощь. Едем? Я не вижу за дыма. А, на мосту, я понял. Все, готово. Давай без вот этой хери, окей? Просто едь. Я убиваю, ты едь. Лучше б я с задней стороны ехал. Все? Кажись, все. О-о-о-о-о! Я понял. А чего мне стрелять? Они бьют из РПГ по большой зале, чувак, убей их! Почему показывают, что кто-то сзади есть? Ой, тихо. Да едь быстрее. Где? Поздно, давай, где? Летят к мосту. Они нас видели? Думаешь, нет? Давай, я умею стрелять. Минус. Вторая вертушка. Тихо, что здесь? Оу! Ничего, я ни хера не вижу. Давай, едь быстрее. Пожалуйста, не стреляйте. Тихо, окей. Можно быстрее ехать? Мы там немножко горим. Так, это наши? Да, это наши. Баржа. Я туда, помогу им. Ох,
готово, я слышу вертик. Я не думаю, что это наш вертик. А! Хорошо. Молодец. Хорошо, зарашу тогда. Вы просто очередная жертва. Все? Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Молодцы, стреляйте. Перезарядиться. Вернуться. Блин, жалко, что у меня нет... Нету. Нет у меня нихера. А, здесь... Он же без меня не уедет, все равно. Черт, ладно. Уговорил. Герк, поехали. Заводи мотор. Так мы спасли, алло, едь просто с этими. Эй. Фух, это все. Чувак, это полный отпад. Ты спас меня, спас груз, и повстанцы рады. Лучше, чем с обезьянами, а? Друг, ну зачем ты так? Ты на них взрывчатку надевал. Зато я обнимал малышей прежде. Чем? Ты плачешь? Нет, замолчи! Дай мне минутку. Ладно, прости. Пиздец. Ладно. Да все нормально, тату-брат. Какой брат? Ты вообще чё? Тату-брат, я так понял, что повстанцы и мне такую сделают за помощь, как тебе. Так вот, зачем это все? Цитра, 100% милф, чувак. Малазийка, которую я вдул. Давай, друг, порекомендуй меня. Да, хорошо. Круто. Круто, чувак. Я для них затеял вообще эпичное дело. Только мне твоя помощь понадобится. Реально так. Ты, короче, делай пока свои дела, пусть тебя пропрет хорошенько. А как будешь готов, возвращайся, окей? Возвращайся. Не забывай меня, брат. Окей? Передавай привет Цитре, скажи-ка. Сорян, только что она мертвая, да? Что, давайте тогда на этом закончим и на этом же и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем чао-какао. Всем пока.